хотелось помолчать. Вроде. Понимаешь, что вот такой прям пошел слив. Как... Режим энергосбережения почувствовал. Да, 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 режим энергосбережения, прям сразу же обед, сразу же вопросы, что-то какой-то прям вот этот вот пошел диалог. Вот. А внутри сохранялось. Ну, сейчас сохраняется вот это спокойствие состояния, наработанное, которое вот за эти 2-3 дня. Вот. Получилось хорошо расслабить тело. Йога, конечно, сначала тяжело давалось. Вот сегодня уже с утра совсем по-другому было. Уже тело как бы настолько уже вставало, как бы все. И даже сидеть вот в такой позе я вообще не мог. А сегодня прям вот нормально даже не болело. А тело начало адаптироваться. Да, да, да. Ну и состояние энергии очень много сейчас внутри, как бы как-то распределяется в нужном направлении. Внимание. Спасибо. Большое спасибо за практику. Очень понравилось. Я надеюсь, что занятия медитацией станут более регулярные в моей повседневной жизни. Я к этому стремлюсь и буду прикладывать дальше усилия. И эта встреча, это, знаешь, вот как цветочек полили водой, и он дальше будет распускаться. Взращивай.